Добрый вечер. И самые наилучшие пожелания в это трудное время, чтобы Всевышний хранил всех. И мы, как всегда, с вами постараемся направить все свои духовные усилия, какие бы они ни были, большие или маленькие, мы направим их на благополучие наших солдат, их успех, выздоровление раненых и освобождение пленных. Сегодня Йорцет, день памяти моей жены, которая ушла из жизни 9 Тевета, день окончания пророчества, когда во втором храме, в начале периода второго храма умерли последние пророки, и с тех пор пророчество не восстановилось, мы ожидаем его восстановления. Я всегда все свои уроки и все свои слова посвящаю ее памяти и возвышению души, и думаю, что это справедливо, потому что она была неустанным борцом и как за землю Израиля, как за возвращение русскоговорящих евреев, репатриацию, так и за глубокое понимание Торы и пророков. Это сражение за высокую духовность продолжалось до конца жизни, и про нее можно сказать словами гимна Жаботинского «Мишура и Шахрер Лагамавит». Из рядов освободит только смерть. Это такое небольшое введение. Теперь я бы хотел с вами начать сегодня пророка Захарья, пророка второго храма. Мы знаем, что пророчество во втором храме продолжалось 40 лет, а затем оно прекратилось. Пророка, очень важного пророка возвращения, который постоянно призывает сыновей Израиля вернуться в землю Израиля. И, безусловно, что этот призыв звучит и сегодня. Если мы говорим, что записывались слова тех пророков, которые или те слова пророков, которые имеют значение для всех поколений, то это, наверное, прежде всего справедливо для Захарья, который говорит от имени Всевышнего, передает слова Всевышнего: «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». Эта фраза, я думаю, она звучит как большой взрыв, продолжается и звучит постоянно, призывает вернуться в землю Израиля. И, как мы с вами хорошо знаем из истории, проблема возвращения, идея возвращения и воплощение ее в жизнь была, может быть, самой трудной на протяжении всей нашей истории, самой трудной для ее осуществления. Есть целый ряд проблем отношения нашего к источникам, как минимум на протяжении последних 300 лет. Мы о них поговорим с вами в процессе изучения. Итак, пророк Захарья. Его книга входит в Треасар, в 12 малых пророков. Пророки называются малыми не потому, что их значение маленькое, а потому что текстов было немного, которые они оставили после себя. И люди Великого Собрания, которые занимались, так сказать, канонизацией текстов Торы после возвращения из изгнания. Мы знаем, что все рукописи сохранил пророк Иеремьягу, он их обработал как пророк, так сказать, с помощью Божественного Духа, оставил Баруху бен Нурия, и от Баруха бен Нурия они перешли к Эзра Софер, который стал духовным руководителем возвратившихся из вавилонского изгнания. И вот нужно было отобрать эти тексты, привести их в порядок, сформировать. Эта работа продолжалась долго, ее начали люди Великого Собрания, те, кто встали во главе вернувшихся в землю Израиля, потому что текстов некоторых пророков было немного, они их объединили в книгу 12 пророков и назвали 12 пророков. Мы никогда не говорим, что это малые пророки, там текста мало, но пророки не совсем-совсем и не малые, они относятся к разным периодам первого храма.
и собраны в одну книгу. И вот в этой книге находится не Схарья, Схарья бен Берахия бен Идо. Да, так начинается его книга. И мы попытаемся представить себе этого человека, где он живет, какие переживания и мысли наполняют его, как он возвращается в землю Израиля, с кем, с какими изгнанниками. Мы пытаемся все это себе представить. Вот я поднимаю материал, надеюсь, мы его сейчас с вами увидим. Вот мы видим с вами. Вот я взял в качестве заставок одну из картин Махона Мигдаш, Института храма, которая не символически как бы нам показывает, что на протяжении всех поколений сыновья Израиля мечтали о восстановлении храма. Эта мечта не умерла, и когда вернулись и начали возвращаться из Вавилона, первое, что сделали, приступили к восстановлению храма. Здесь, может быть, картина несколько символическая, и она напоминает нам о том, что эта мечта, которая, может быть, прежде всего передалась через пророка Схарья, она живет в нашем народе на протяжении поколений. И вот мы можем увидеть, что она и в наши дни, она совершенно не забыта, надежда не пропала. Мы думаем о восстановлении храма. Если мы с вами попадем в старый город, а точнее говоря, в долину Кедрон, которая проходит около старого города Иерусалима, то мы с вами там увидим могилу Схарья. Вот она здесь перед нами, одна из первых могил на Масличной горе. И пророк, который говорил о возвращении в землю Израиля и о восстановлении храма, его могила как бы смотрит на храмовую гору, можно сказать, не его могила, его душа смотрит на храмовую гору и ждет, когда его пророчество претворятся в жизнь. Можно сказать, мы с вами потом посмотрим, что часть из его пророчеств уже претворились в жизнь. Пророк будущего, пророк ожидания возвращения всех сыновей Израиля в землю Израиля и построения храма. Вот, скажем, можно представить себе, так может быть, несколько символически такая картина открывается в душе пророка Схарья с долины Кедрон, с Масличной горы. И, безусловно, взору его души представляется момент строительства третьего храма. Теперь это о значении, скажем, Схарья для наших поколений, пророка возвращения, пророка восстановления храма. Теперь представим себе, когда жил Схарья. Когда жил Схарья. 433 год – это Галут Яхония, еще до разрушения храма. Событие очень трагическое. Приходит Навуходоносор, уводит в плен царя Иоакима, ставит царя Яхония, его сына, на царство. Через 3 месяца он возвращается и уводит Яхония в плен, опасаясь нового бунта. Вместе с Яхонией он уводит 30 тысяч самых, так сказать, лучших, отборных людей. И к ним относятся и воины, и мудрецы, и архитекторы, и ремесленники, и пророки, и дети из царской семьи. Иуда остается
обескровленный в духовном плане. И царь Циткияу, у которого в 433 году до этой эры Навуходоносор поставил на царство вместо Ехонии, вместо сына бунтовщика, оказывается в очень тяжелом положении. Он опирается на людей, которые ему ничего не остается, как только опираться на людей, которые часть из них далека от Торы, часть из них, может быть, и в какой-то степени привержена Торе, но совершенно не привыкла полагаться на пророков, и эти люди, они склоняют Циткияу к бунту против Навуходоносора, несмотря на то, что пророк Иеремияу постоянно призывает покориться Навуходоносору, уверяя, что без исправления жизни в Иерусалиме, в Иудее, без исправления внутренних проблем, без установления справедливого общества, без стремления, настоящего стремления к высокой духовности, невозможно победить Навуходоносора. И повеление Всевышнего покориться ему. Если покориться Навуходоносору, то храм не будет разрушен, Иерусалим не будет разрушен. Но в Иерусалиме после Галута Ехонии царит атмосфера бунта против Навуходоносора, желание избавиться от его власти. И через 11 лет вспыхивает бунт, через 422 год до нашей эры разрушен первый храм, и в Вавилон приходит вторая война пленников. Я приготовил для вас здесь псалом, 137-й псалом, который всем хорошо известен, но здесь отражен некоторый момент. Здесь мы видим две волны, так сказать, пленников, которые пришли в Вавилон. Одна, которая пришла фактически добровольно. С Ехонии ушли многие люди в плен. С Ехонии ушел Санхедрин. Все они пошли добровольно в результате призыва пророка Иеремияу покориться Навуходоносору. Были люди, которые не могли стерпеть это унижение национального достоинства, утрату независимости. И о таких, предсказывая поступок таких людей, Йошаяху говорит в 22 главе своей книги, пророк Йошаяху, который пророчествует задолго до этих событий, за 120 лет примерно, но, может быть, больше, до этих событий, он говорит о том, что тебе, Иуда, что ты поднялась на крыши. И мудрецы говорят, что были люди, которые увидели, что Иерусалим покорился Навуходоносору, и они поднялись на крыши и бросились с крыш. Это молодые люди, которые ни за что не хотели уходить в Бавель, в плен, и они предпочитали покончить жизнь самоубийством, но не оказаться на чужбине. С этим Галутом Ехония был угнан и пророк Ехискиэль, и его ученик и ближайший сподвижник, пророк Схария, о котором мы и будем с вами подробно говорить. Вот в 137-м псалме мы можем увидеть эти две разные группы, так сказать, пленников. На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, вспоминая Цион. Да? Там сидели и плакали, вспоминая Цион. Здесь, может быть, пасух предложение подчеркивает, что вспоминали Цион не всегда, вспоминали Цион иногда. Это речь идет о тех, кто пришел
с первым изгнанием, с изгнанием Ихония за 11 лет до разрушения Иерушалаима. Они сидели на реках Вавилонских, жили, потому что Навуходоносор не превратил их в рабов, они были свободными людьми. Он принимал их на государственную службу, давал им использовать все свои способности и поселил их на берегу реки Прат. Первое поколение этих изгнанников, оно принесло с собой землю из земли Израиля, принесло камни, построило синагогу из этих земли и камней на берегу реки Прат в Нардеа. И мечтали только о возвращении. Все свои города они называли Тель, так Тель-Авив, Тель-Хариш, Тель – это холм. Да? У нас нет здесь жизни настоящей, у нас есть только холм. Иеремьяху пришлось написать им письмо, призывающее их устраиваться на новом месте, насажать сады, заключать браки между своими детьми, потому что изгнание будет продолжаться 70 лет. Такое письмо было направлено в Вавилон. Это первая волна изгнанников. Вторая волна изгнанников, да, говорится здесь так, на ивах среди на ивах среди него, среди этой земли чужой, да, повесили мы киноры наши, потому что там пленившие нас требовали от нас песнопений и насмехавшиеся над нами веселья. Мы представляем, можем себе представить здесь вот, как бы такое символическое изображение. Это вторая волна изгнанников. Они бунтовщики против Навуходоносора, они восстали против него. В результате Иерушалаим был осажден, и через год и 8 месяцев он пал. Иерушалаим и храм были разрушены, а пленники, плененные в Иерушалайме, их гнали как врагов, не как свободных людей, которые поговорились с Навуходоносором и которые нужны ему были как рабочая сила и как очень способное население. Их гнали как пленников. Они не останавливались. Вы видите здесь как бы на картине, они закованы в кандалы. Это не первое изгнание. Они шли, не останавливаясь, до реки Прат. Когда их многие умерли по дороге, народы, через которые их гнали, издевались над ними. И когда их пригнали на реку Прат, то Навуходоносор ехал в ладье по реке для того, чтобы осмотреть эту колонну пленных, тех, кого он победил. И когда он увидел, что есть еще люди, которые идут с поднятой головой, гордые, он велел на них повесить тяжелые камни, чтобы они согнулись. Левитам, которые пели в храме и которые принесли с собой музыкальные инструменты, он велел петь песни. Они отказались, они забросили свои киноры на ивы, сломали свои большие, большие пальцы, были те, кто порвали себе голосовые связки. И через 52 года, где-то, можно сказать, через 70 лет, если говорить об Эзре, через 70 лет Эзра, который хотел найти левитов, которые умеют петь, для того, чтобы привести их в Иерушалаим, при возвращении в Иерушалаим, он нашел одного только левита, который был способен петь. Все остальные покалечили себя и не смогли передать искусство пения своим детям. Вот, такова была обстановка. Эти люди были превращены в рабов и отданы хозяевам. Большая часть из них была отправлена в другие страны. Те, кто были евреи, которые были при Навуходоносоре с первого изгнания, они старались для того, чтобы эти рабы попали к ним, но немногое часть из этих рабов попала к ним. Их положение было ужасное, очень жалкое. И вот это два изгнания, да, которые мы здесь видим в 137-м псалме, обычно не обращают на это внимания, да, но одни сидели при реках Вавилонских, сидели, в смысле жили,
Да, на береге Прат жили довольно спокойно, вспоминали Цион, не забыли его, да, а других пригнали, и они забросили свои ивы, и от них пленившие их требовали песней, они отказались, насмехались над ними, они отказались петь. Да. Спойте нам из песен Циона, как петь нам песнь Бога на земле чужой, если я забуду тебя, Иерушалаем, пусть забудет меня десница. Десница моя. Эта фраза несколько отличается от первой фразы Шам Яшам Нугам Бахину. Там мы сидели и также плакали, если переводить с иврита, Безохрейну и Цион, вспоминая Цион, также плакали или иногда плакали вместе с этим. Там сидели и вместе с этим плакали, то есть не всегда. А здесь это изгнание, оно говорит, произносит, что если я забуду Иерушалаим на секунду, да, пусть забудет меня десница моя, да, да прилипнет язык мой к нему моему, если не буду помнить тебя, если не вознесу Иерушалаим на вершину веселья моего. Из этой фразы мудрецы в Талмуде учат Галаху, да, что Иерушалаим должен быть возведен во главу веселья, и пока он не отстроен, пока нету храма, пока Иерушалаем в этом плане, в духовном плане не восстановлен полностью, есть необходимость каждое веселье немного уменьшать, и отсюда есть хорошо известный вам обычай, что во время хупы, или, скажем, сразу после хупы, сразу после кидушин, после заключение брака, перед началом веселья разбивают какой-нибудь сосуд. Этот обычай ввел Рафаш, он, правда, разбил дорогой сосуд, сегодня не разбивают дорогой сосуд, но, тем не менее, разбитие сосуда напоминает разрушение Иерушалаема и о том, что он в смысле храма, в смысле духовном, до сих пор еще не восстановлен. Вот это из этой фразы учится. Вот, и опять же, нам интересно подчеркнуть, что это две волны изгнания. Это то, что нас здесь интересует. Итак, Схарья попал в Вавилон вместе с первым изгнанием. Он, послушался пророка Иеремияву, он не относился к тем, кто поднялся на крыше домов и прыгнул, только бы не попасть в плен Навуходоносору, он покорился пророку Иеремияву. Конечно, это было ему непросто. Мы можем представить себе молодого человека, он был совсем молодым человеком, лет 20, у которого уже открылся пророческий дар. Как мы можем это знать? Мы говорим, говорят, что в Вавилоне пророчествовали только те, кто начал пророчествовать Иерушалаиме, начал пророчествовать земле Израиля, потому что земля Израиля, она дает силу пророчества, и нет ее в Вавилоне. Но тот, кто начал пророчествовать, он продолжал в Вавилоне. Это рассматривается в первой главе книги Иезекииля, когда мудрецы удивляются, как же он начинает пророчествовать столь сильные пророчества в Вавилонии, говорят, что он начал пророчествовать в Иерушалайме, и как бы еще он стоит на реке Прат, которая является границей, отделяющей землю Израиля от Бавеля, от Вавилона, и как бы воды этой границы помогают ему пророчествовать. Мы не знаем о том, что Схария сказал нам в Вавилоне. Да? Нету никаких пророчеств о Вавилоне, но в книге Даниэля мы видим, что у Схарья был пророческий дар и были пророчества, может быть, не такие четкие, как, скажем, хотелось бы, но у него были пророчества в Вавилоне. И вот можно представить себе пророка, пророк – человек утонченный, чувствительный, очень к окружающей среде, к красоте,
очень чувствительный человек. Он вырос в атмосфере храма. Пускай в стране при царе Иоакиме не запрещалось строго идолопоклонство, и было идолопоклонство, но Иерушалаим был местом святости, праведные люди не позволили его превратить в город идолопоклонников, и идолопоклонники выходили за пределы города, приносили там жертвы, с ними ничего нельзя было сделать, но Иерушалаим оставался местом святости, храм оставался местом святости, хотя сам царь Иоаким был далек от праведности и от того, чтобы слушать пророков. Ну вот мы можем себе представить Захария, совсем молодого человека, который с детства, да, Захария бен Берахия, если упоминается имя отца, то говорят, что и отец тоже был пророком. И вот Захария воспитывается в такой семье, так сказать, утонченной интеллигенции, но более чем утонченной интеллигенции, людей, чувствительных к духовному миру, знающих духовный мир, соотносящихся с духовным миром. Мы знаем, что не все пророчества были записаны, и, возможно, скажем, пророк, он не всегда получал какие-то указания и то, что может записать, но пророк это чувствительный к духовному миру, он как бы видит духовный мир или ощущает его. Как всегда, пророки были людьми очень мудрыми, потому что для того, чтобы воспринимать видения, даже сны пророческие, необходимо быть человеком очень мудрым, знать законы духовного мира. И вот мы представляем себе Схарья, приходящего с отцом, а потом уже как молодым человеком одного, приходящим в храм, восходящим в храм и ощущающим повсюду божественное присутствие, особенно в храме, и чувствительным к красоте Иерушалаима, красоте, за которой ощущается божественное присутствие. Всевышний как бы говорит в этом городе не только словами, но и вот такой красотой особой, которая присутствует в Иерушалайме. И вдруг он попадает в Бавель. Он знает, куда идет, и идет, безусловно, не с легким сердцем, как и все изгнанники. И вот он попадает в Бавель, и там он видит красивый город с зиггуратами, с висящими садами. Он видит ворота Аштарты, которые называют одним из семи чудес света. Вот. Но понятно, что все это производит тяжелые впечатления. Если в Иерушалайме красота божественное, за ней ощущается божественное присутствие, то в Вавилоне эта красота идолопоклонников, она внешняя, она не она внешняя, она воспевает божества, она воспевает силу природы, и кажется, что вот этот дух силы природы, да, дух жестокости и надменности, дух идолов, он висит, повис в городе. Конечно, это очень тяжело для Захарья, и ему тяжело пророчествовать, соотнестись с Божественным Духом, но постепенно, как видимо, он это делает, и пророчество возвращается к нему. Есть интересный момент, который нам бы следовало определить, где в этот момент находится, Захарья. Вот, в 422 году храм был разрушен, как мы говорили, и пришла вторая война, волна пленников в Вавилон. Да, вот, в
после разрушения храма в 421 году Навуходоносор, как мы знаем из книги Даниэля, он построил статую полностью, целиком золотую, которая олицетворяла вечную власть Бавеля. И поскольку ему приснился сон, который ему растолковал Даниэль, он увидел то, что называется колосс на глиняных ногах, он увидел статую, у которой есть четыре составляющие: золотая голова, серебряные грудь и руки, медные ноги и медный живот, скажем, медное туловище, и ноги из глины с вкраплением железа. И вот камень, сделанный нечеловеческими руками, ударил в ноги этой статуи, она упалась и превратилась в пыль. Понятно, что Даниэль понял этот сон. Мы сейчас не вдаемся во все подробности пророчества Даниэля, описанные во второй главе этой книги. Но Даниэль понял этот сон, и он растолковал его Навуходоносору, что будет четыре царства. Будет Вавилон, потом будет царство, которое пониже уровнем, это он не назвал, но это Персия, и потом то, что соответствует меди, это Греция, и железные ноги это как бы окончание, не железные, а глиняные ноги с краплениями железа, это окончание истории, это период Римской империи. Даниэль описал Навуходоносору характер этих царств, но не назвал их имена, естественно. Он, как правило, в пророках имена будущего не появляются. Но характер он ему не описал. Навуходоносор хотел, чтобы Вавилон был вечным. Он решил сделать такой сон наяву, сделать золотую статую, согнать к ней все народы или представителей народов и заставить их поклониться, поклясться, что они вечно будут служить Бавелю. Навуходоносор верил в клятвы. Он верил, что клятва народов, она будет, так сказать, услышана небесами, будет услышана богами, и Вавилон будет вечным царством, а не будет этих четырех периодов истории, о котором говорил Даниэль. Это он и сделал, и он пригнал и сыновей Израиля к этой статуе, и они склонились перед этой статуей, как мы с вами помним, кроме Ханании, Мишаэля и Азария, которые были за это брошены в печь, но для них было совершено чудо, и они вышли живыми и невредимыми из огненной печи. В этот момент статуя золотая упала и рассыпалась. То, что сыновья Израиля склонились перед статуей, вызвало гнев Всевышнего. Мы об этом поговорим несколько позже, но если это был такой момент, как бы, когда Всевышний ожидал, что сыновья Израиля не склонятся перед этой статуей, проявят стойкость, вот, то интересно, где был в этот момент Захарья, человек, который глубоко верил во Всевышнего, который хранил, так сказать, национальную идею, уж точно хранил мечту о возвращении. Неужели он вместе с другими склонился перед статуей Навуходоносора, и так же, как и на других, на него воспылал гнев Всевышнего? У нас нет никаких сведений, но мы можем представить себе, что Навуходоносор не пригнал к этой статуе всех. Он понимал, что будут такие люди, которые не захотят, будут такие сыновья Израиля, которые не захотят склониться перед этой статуей, признать вечную власть Бавеля, отказаться от пророчества о том, что будет возвращение в землю Израиля. Не все. Поэтому в Талмуде говорится, что он послал Даниэля с определенным заданием, чтобы он не был в это время в Бавеле, статуя была установлена в долине Дура, чтобы он, Дура означает стена на аккадском, и
он услал Даниэля, отослал Даниэля подальше. Ханания, Мишаэль и Азари ему были нужны. Ханания, Мишаэль и Азари ему были нужны как выдающиеся люди, как руководители народа. Собственно, самое главное это было, чтобы они поклонились прежде всего. Ну, если бы они поклонились, то все бы остальные тоже поклонились, так понимал Навуходоносор. Да. Но вот здесь у него произошла осечка, он думал, что Даниэль, он главный, он самый сильный, он задает тон, и без него Ханания, Мишаэль и Азария склонятся перед этой статуей, однако они не склонились. Можно представить себе, да, что мы не знаем точно, где был Захария в этот момент, но мы можем представить себе очень легко с вами, что Навуходоносор таких людей бунтарского духа, людей, которые мечтают о возвращении, которые постоянно говорят о возвращении и поддерживают дух сыновей Израиля. Да, мы представляем себе, что это изгнание, да, и это момент непростой, и духовный уровень падает, и сыновья Израиля приходят в такое, ну, можно сказать, депрессивное состояние на чужой земле. Это совершенно не та жизнь, о которой они мечтали, которую они планировали для себя, и тем более для своих сыновей и внуков. Да, они приходят в депрессивное состояние, кто-то должен поддерживать их дух. Это пророк Иезекииль, его ученики, такие как Захария, они поддерживают дух народа. Для того, чтобы представить себе параллель, так сказать, историческую, можем представить себе, что в Египте сыновья Израиля упали бы, опустились бы еще, не дай бог, еще бы ниже, еще бы глубже погрязли в трясине этой духовной Египта, если бы среди них не был пророк. Пророком был Аарон, брат Моше, и на протяжении всех лет изгнания он проходил по местам проживания сыновей Израиля и поддерживал их дух, и говорил о том, что обещания, данные праотцам, обязательно исполнится, они вернутся в землю Израиля. Все это, обо всем этом он говорил с сыновьями Израиля. Также в Вавилонском изгнании нужно было поддерживать дух народа, и это был прежде всего Даниэль и Иезекииль и их ученики, такие как Захария. Так что можно с большой вероятностью сказать, что Захария не был у этой статуи, что либо вместе с пророком Даниилем Навуходоносор отправил его, либо отдельно отправил его куда-то, его в этот момент не было в Вавилоне. Можно себе как бы по характеру Захария, по всем его пророчествам, да, представить себе, что он ни за что бы не склонился перед этой статуей, он бы пожертвовал собой ради того, чтобы мечта о возвращении не от того, чтобы мечта о возвращении не умерла. Очень интересный момент, который мы с вами обсуждали, когда мы говорили о пророке Захария, и я хочу здесь его напомнить. Мне кажется, совершенно необходимо напомнить. Мы видели с вами пророчество о двух корзинах с плодами инжира, которые стоят перед жертвенником Всевышнего, и одни плоды, они хорошие, как бы первые плоды замечательные, хорошие, вторая корзина с плодами испорченными и перезревшими. И Всевышний напрямую объясняет Иеремияву, что хорошие плоды – это Ихония и его изгнание, это пророчество дается уже после изгнания Ихонии, а плохие плоды – это те, кто остались. Они не послушают пророка Иеремияву, они восстанут против Бавеля, совершенно не заботясь об исправлении общества и о его духовной высоте. И это не приведет к успеху. Вот они, испорченные плоды. Дальше мы можем с вами, да, но, скажем,
если так можно сказать, отношение Всевышнего меняется. Оно поменялось к самому Ехонии, как мы видим это из пророка Иеремияу. Сначала Иеремияу говорит о Ехонии, что будь ты Канаягу, он его называет, это Ехония, да, будь ты даже печатью на руке моей, я тебя сброшу. Да? То есть гневное обращение к Ехонии, который был сын Иоакима, и который не был человеком праведным, но Ехония раскаивается, да, и он удостаивается того, что его внук Зорубавель становится во главе возвращающихся из плена через 52 года после разрушения храма, когда пал Вавилон. То есть как бы отношение Всевышнего к Ехонии изменилось. Также и отношение к изгнанию, да, у Всевышнего изменилось. Как мы можем представить себе это? Да, что в тот момент, когда сыновья Израиля, и это Галут Ехония, это те, кто пришли с Ехонией, сыновья Израиля склонились перед статуей Навуходоносора, да, потому что всех остальных не нужно было пригонять, они были пленниками, людьми в униженном положении и состоянии, кто погонит рабов, чтобы они принимали клятву, что они будут вечно служить Бавелю. Да, они и так будут с ярмом на шее и с кандалами на ногах, они всегда будут служить Бавелю. Это был Галут Ехонии, изгнание Ехонии, те, кто склонились перед статуей. А вот в этот же момент, когда сыновья Израиля склонились перед статуей, пророк Ехискель был принесен в ту же долину Дура, только в ее восточную часть, и там лежали кости защитников Иерушалаима, убитых Навуходоносором. Он не только жестоко гнал людей в Вавилон, не только издевался над ними на берегу реки Прат, но и самых сильных воинов с таким горделивым видом он убил и растоптал колесницами в той же долине Дура, их кости лежали до сих пор. Туда приводит Всевышний Ехескиэль. И Ехескиэль видит, в общем-то, я бы сказал, что это видение такое наяву, как эти кости оживают, превращаются в живых людей. И воинство великое, которое готово выйти отправиться в землю Израиля. Да? И Всевышний говорит, да, Всевышний говорит, да, что это весь дом, кости эти, это весь дом Израиля, говорят они, пропала надежда наша, Авдат и Кватейну, пропала наша надежда. Что мы можем представить себе из этого? Кости эти весь дом Израиля. Хотя Раши там подчеркивает, что как вот эти кости, так и весь дом Израиля. Все-таки здесь слышится какое-то эхо, что Всевышний настолько рассержен на Галут и Ехонию, что он отказывается или хотя бы в какой-то степени отказывается от них и говорит, вот эти кости раздавленные, да, которые, это есть дом Израиля, не Галут Ехония, не на них будет все основываться, а на этих костях, на тех, кто были представлены в пророчестве Иеремияху испорченными плодами, на них все будет основываться в дальнейшем. Да, и действительно, да, действительно, мы с вами видим такую странную картину, что с Зарубавелем в первом караване вышли 42 тысячи людей, самых бедных, самых нищих, да, и людей, у которых даже была, скажем, сомнительная родословная, Санхедрин должен был выяснять их родословную, устанавливать их принадлежность еврейскому народу. То же самое происходит и с Эзра. Про Эзра говорится, что он забрал с собой всех тех, у кого были проблемы с их происхождением.
Да, и здесь мы слышим отголосок того, о чем мы с вами говорили, что кто эти были люди, у которых было сомнительное происхождение, скажем, или происхождение, которое нужно было подтверждать, доказывать Санхедрине, нужно было свою принадлежность к народу. Я надеюсь, что они смогли это сделать, но им это пришлось сделать. Да? Это было второе изгнание, которых пригнали как пленников, как рабов, потому что первые изгнания, они пришли, они принесли свои книги родословных, у них не было проблем с родословной. Так вот, у всех, кого родословная была в порядке, подавляющее большинство из них осталось в Бавеле. А те, кто с падением Вавилона, с приходом к власти Персии, был освобожден из рабства, они не стали устраиваться в Вавилоне, не стали себе искать работу, не стали себе искать возможность построить дом, насадить поля. И также они присоединились к каравану Зрубавеля, потом они присоединились к каравану Эзры, и они ушли в землю Израиля. Кости эти, это второе изгнание, эти раздавленные, эти замученные, эти как мертвые, потому что они рабы, они воскреснут, и они пойдут в Иерушалаим. А Галут Яхония, который пришел благополучный, первое поколение, оно сохранило привязанность к земле Израиля и надеялось вернуться, они не сумели бы свою привязанность к земле Израиля передать своим детям. И впоследствии книги Эстер мы видим, это второе поколение или третье поколение, которое уже осело в Вавилоне, которое не мечтает о возвращении и о храме. Им достаточно того, что они соблюдают заповеди в Вавилоне. Схарья, несмотря на то, что он пришел с первым галутом, он пророк, он отправляется, мы поговорим, как это произошло, через 52 года Вавилон пал, и на смену ему пришла Персия, и второй персидский царь Кореш освободил, который царствовал вторым, освободил сыновей Израиля и другие народы. Вот здесь мы с вами видим хорошо известный вам исторический документ, то, что называется Глиль Кореш, как это сказать, цилиндр Кореша, на котором написана декларация об освобождении всех народов. Другие народы, они не пошли, они устроились уже в Бавеле, те, кто были пригнаны Навуходоносором, а вот сыновья Израиля пошли, вернулись и начали строить храм. Через 52 года, 370-й год до этой эры, начинается возвращение в Иерушалаим, поднимаются 42 тысячи, вот как раз тех, кто предпочел защищать Иерушалаим, несмотря на пророчество Иеремияву о том, что следует покориться Навуходоносору, именно они возвращаются, становятся тем ядром, который начинает эпоху второго храма. С ними возвращаются, как мы знаем, Даниэль, Схарья, пророк Хагай, пророк Малахий. Все они возвращаются из вавилонского плена, подавляющее большинство мудрецов. Но те, кто хорошо устроился в Бавеле, и те, кто утратил дух возвращения, те, кто слонился перед статуей, их сыновья и внуки, они в основном остаются в Вавилоне. Хочу подчеркнуть еще то, что в пророке Хизкиэле, что Всевышний говорит, эти кости, ожившие кости, это весь дом Израиля, они говорят, Авда Тиквотейну, пропала наша надежда. Кто говорит, что пропала надежда? Кто говорит, что пропала надежда? Тот, кто хочет надеяться, тот, кому жалко надежды, тот, кто чувствует, что ему нету жизни без надежды, пропала надежда.
Это значит, он хочет возродить надежду. Они говорят, пропала надежда. Да? И Всевышний говорит, вот я открываю могилы их. Да? Могилы, и действительно, мы видим, освободил их из Всевышнего, освободил их из рабства или обстоятельства, если так можно сказать, освободили их из рабства, и они тут же устремились в землю Израиля, как в видении Хизкиэля, эти кости, ожившие защитников Иерушалаима, тех самых защитников, которые не послушали пророка Иеремияву, и, конечно, в этом их, можно сказать, это и вина, но, тем не менее, национальный дух, дух свободы они сохранили, и они стали первыми, те, кто вернулся в Иерушалаим, они и их дети, дети рабов, как мы понимаем, они тоже были рабами, они вернулись прежде всего в Иерушалаим для того, чтобы начать восстанавливать страну, и прежде всего главной мечтой это было восстановление храма. Здесь я остановлюсь, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием с вами обсужу. Вот. Я старался говорить быстро, потому что, может быть, часть из этого материала мы с вами обсуждали, вот, но в любом случае в плане Захарья, понимания его личности. Вот давайте, знаете, мы что с вами еще посмотрим? Мы посмотрим, как Захарья отражен в художественных произведениях. Если я сейчас только найду этот момент, я его, в общем-то, приготовил. Да? Вот. Вот есть Захарья, который в Сикстинской капелле, кисти Микеланджело. Честно говоря, он мне ничего не дает. Я не понимаю, почему это именно Захарья. С таким же успехом это может быть любой другой пророк или мудрец Торы. Да? Вот ты намного больше, скажем, или намного сильнее говорит изображение Захарья художником Тиссо, французский художник середины XIX века, который был в земле Израиля и нарисовал много сюжетов на темы, так сказать, Ветхого Завета. Да. И здесь мы действительно видим потрясающий образ. Мы видим Захарья, который вернулся в землю Израиля, и его учитель, пророк Хизкиэль, которого уже нету в живых, он обещал, что земля Израиля зацветет, когда сыновья Израиля еще только будут возвращаться в нее. И вот он видит, что деревья сухие, на них нету цветов, нету плодов, и земля опустошена, и совершенно это не соответствует тому пророчеству Иезекииля в 36 его главе, когда он говорит: «А вы, горы Израиля, протяните ветви свои к кровим лаво, потому что близки они, сыновья Израиля, к тому, чтобы прийти. Они только движутся, и вот уже земля вся цветет, так у Иезекииля, а здесь нет». И Захарья как бы поднимает свои глаза ко Всевышнему и спрашивает, почему? Почему изгнание стало таким тяжелым? Да? И оно настолько тяжелое, что многие сыновья Израиля не верят в то, что эта божественная рука привела первых переселенцев, первых изгнанников на землю Израиля. Они в это не верят. Они говорят, что разве Кореш может быть царь Кир, Кореш, разве он может быть освободителем, разве это называется Машиах, и они остаются в Бавеле, а действительно земля Израиля в запустении, положение очень трудное, и народу мало, и нищета, и враги вокруг. Да, почему это так, Всевышний? Трактат Брахот объясняется, что это именно потому, что не подняли стеной, не пошли стеною, не возвратились все в
не возвратились все в землю Израиля, остались в Вавилоне. Говорится, что в трактате Брахот говорится, что сыновья Израиля были достойны того, чтобы для них были сделаны чудеса такие же, как при исходе из Египта. При исходе из Бавеля должны были быть такие же чудеса, как при исходе из Египта. Но для этого все должны были подняться вместе, по крайней мере, так же, как и из Мицраима, так же, как и из Египта. Так что эта картина для меня говорит гораздо-гораздо больше, чем, скажем, рисунок Микеланджело. Все, я здесь останавливаюсь. Если у нас есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Вот, и я с вами. Так, пожалуйста. Спасибо. У меня такой вопрос. Приносились ли жертвы в Бавеле? Секунду. Я сейчас налажу наушники, которые почему-то у меня плохо. Секунду. Да. Раз, два, три, раз, два, три. Меня слышно? Да. Да, все отлично. Да, а во время урока было слышно меня, потому что что-то с наушниками да, было. Все время было слышно, да. Все время да, было. Все хорошо. Отлично. Так, теперь я слушаю ваш вопрос. Спасибо. Да, вопрос, приносились ли жертвы вот в Бавере? Вообще, когда в мире прекратились жертвоприношения полностью? То есть, когда возникло христианство, или раньше, или позже? Вот, я думаю... Думаю, что для нашей темы вот такого духа возвращения, мне кажется, что вопрос этот менее существенным, чем, скажем, то, что относится к самому Згарья, своего личности, к его личности, но тем не менее я попытаюсь ответить. С разрушением второго храма, с разрушением второго храма жертвоприношения практически прекратились. Есть некоторые исторические сведения, что сыновья Израиля еще в период первого храма поселились в Египте и основали там, по крайней мере, два города. Один из них Йигав. И, возможно, в Йигав они продолжали приносить жертвы и уже после разрушения первого храма. Можно сказать, что вопреки закону Торы продолжали приносить жертвы, но это не так существенно, потому что это не повлияло на нашу историю. Да? Это интересный исторический факт. О нем, может быть, есть намек в пророке Ишаяху. Историки говорят, что в городе Йигав жили евреи, которые были хранителями границ фараона, и они там приносили жертвы. Приносились ли жертвы в Бавеле? Вряд ли. Да, вряд ли приносили жертвы в Бавеле, кроме тех, кто ушел в идолопоклонство. Первое, что сделали сыновья Израиля, когда они вернулись, они построили жертвенник, и еще при разрушенном это возвращение Зарубавеля в 370 году до этой эры, они построили жертвенник, прежде всего, и возобновили жертвоприношение. Через 18 лет, может быть, немного больше, им удалось завершить построение храма, 352 год до этой эры, и тогда жертвоприношения уже возобновились в полной мере, не только жертвоприношения, но и все служение в храме во всем объеме. Да? Вот. А, скажем, да, ну, приносили жертвы или не приносили жертвы, да, Тора запрещает приносить жертвы за пределами храма. Это не имеет большого значения, если кто-то приносит там жертву вопреки закону Торы. Да. Есть храм, это как бы наше будущее,
из храма это не только жертвы, да, это с храмом связано и пророчество. И если уж кто-то приносит жертвы в Египте или Вавилонии, то с этим уж точно не связано пророчество. С храмом связано возобновление, возвращение пророчества. Да? Вот. А пророчество, как мы с вами говорили, это не только отдельные люди, пророки, это состояние всего народа, который становится ближе к духовному миру. Да? Вот. И это то, что для нас... То, что для нас важно. А кто там, понимаете, на вот, научный спор о том, приносил ли кто-то жертвы в Египте или не приносил, я не думаю, что это менее важно. Ну, просто интересно, ведь когда храм существует, там как бы Коэн Гадоль, он читает Урим и Тумим, и приносит жертвы и все такое. То есть рассчитано ли на то, что должны быть пророки вообще после того, что был храм, после того, что храм уже существовал? Мы несколько раз говорили, что еврейский народ, он в принципе не существует без пророчества, и отсутствие пророчества – это какой-то казус, какое-то недоразумение, можно сказать, трагедия. И мы ждем возвращения пророчества. Пророки были в еврейском народе на протяжении всех, даже самых тяжелых периодов, даже на протяжении 55 лет правления царя Менаше, который преследовал пророков, убивал их. Да, все равно были пророки, в этот период пророчествует пророк Цфанья. Да, вот, и мы не можем без пророчества. Не можем. Мы можем, конечно, да, но постепенно, потихоньку увядаем без пророчества. Потому что, опять же, пророчество – это не только конкретные какие-то указания свыше. Это когда среди народа находится пророк, то ощущение духовного мира, близость к духовному миру, они гораздо сильнее. Когда Шимон ха-Цадик в Пиркей Авот говорит, что мир стоит на трех вещах, на Аль-Тора, Аль-Авода, Вагмилут Хасадим, на Торе, на служении и на оказании милости, он не упоминает пророчество. Да? Почему он не упоминает пророчество? То, что он говорит, то, что эти высказывания, они для Галута, ожидание для Галута и ожидание будущего. Он говорит, что, господа, мы с вами как-то выдержим на этих трех столбах без пророчества. А вообще пророчество для еврейского народа всегда было чем-то неотъемлемой его частью, неотъемлемой частью его составляющей его существования. На трех ногах мы как-то простоим с вами. Вот, Спасибо, спасибо. Окей. Что-то еще хочется спросить? Окей. Вот, я прошу прощения, если немножко было повторение в нашем уроке. Я знал, что есть темы, которые повторяются, но тем не менее я попытался их под некоторым новым ракурсом и как бы, если так можно сказать, посмотреть на эпоху глазами пророка Схарья, почувствовать его. Да. Вот, с Божьей помощью в следующий раз мы с вами продолжим. Вот, я желаю всем самого хорошего, самого доброго вот, и легкого поста 10-го Тевета. Спасибо, Рад. Спасибо большое. Всем счастливо, пока. Спасибо. Спасибо, Надан. Спасибо. Пока. Да, до свидания.